Смотрите, какой дизайн интерьера уже можно делать без сложных программ и без мощного компьютера. В этом видео хочу пригласить вас на курс по созданию полного дизайн-проекта квартиры или дома. То, что сейчас вы видите, это 3D-визуализация. Это нарисованные интерьеры. Стоимость таких визуализаций стартует от $7 за 1 квадратный метр. Вы сможете рисовать такие 3D-интерьеры без сложных программ и без мощного компьютера. На курсе мы разберем, в каких программах лучше делать такие красивые интерьеры и дома, как стартовать в профессии дизайнера с абсолютного нуля, как делать такие интерьеры на простом ноутбуке или даже на планшете, сколько стоят такие проекты, как сделать интерьеры выгодной подработкой или основным видом деятельности. Если вам это интересно, нажимайте на кнопку под этим видео и регистрируйтесь на курс. Все создание дизайна интерьеров можно разделить на несколько основных этапов, которые мы пройдем на курсе. Первое – это создание плана квартиры или дома. Второе – это подборка и расстановка мебели. Третье – расстановка света. Обратите внимание, что светильники расставляются только после мебели. Четвертое – это выбор ракурсов. Мы определим, как правильно поставить камеры и как лучше всего их настроить. И пятое – это рендер, создание фотореалистичного изображения. Все это можно делать с абсолютного нуля, даже на самом простом планшете. Зарабатывать на этом можно очень хорошо, потому что вашими потенциальными заказчиками выступают абсолютно все, кто хочет так или иначе обустроить свое жилье. В общем, если вы хотите стать профессионалом в сфере дизайна интерьера, научиться делать красивую 3D-визуализацию, а также правильные и грамотные чертежи, нажимайте на кнопку под этим видео и регистрируйтесь на онлайн-курс.